Севастопольская природоохранная прокуратура добилась приостановки ремонтных работ на гидротехнических сооружениях пруда Турийский в районе села Кизилово. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Пруд расположен в охранной зоне государственного ландшафтного заказника регионального значения Байдарский. В ходе проверки прокуратура обнаружила нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях. Ремонтные работы проводились без согласования с правительством. Положительного заключения государственной экологической экспертизы и необходимой проектной документации. Нарушено и федеральное законодательство о безопасности гидротехнических сооружений. Кроме того, с действующим правообладателем земли не был согласован вопрос об использовании участка. Прокуратура внесла представление главе Орлиновского муниципалитета для устранения нарушений. Все работы приостановлены. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.